Мы принесли косточки, да, Каролина? Собачку покормить, кушай. Каролин, какой сегодня день? Восьмой день, давай всем привет. Восьмой. Ай, пиццу ела, мама щечку ей вытри. А ну давай, все. Уже надо было пакетик. Так, Каролин, нормально. Каролина, сегодня мы будем пасхой. Сегодня восьмой день, мы на море. Шашлыки жарили с окорочков и остались косточки у нас, да? И нам было жалко выкинуть, мы решили... Отойди, Каролин! Решили покормить нашу маленькую собачку, которая тут по пляжу бегает. У нее там детишки есть. Во, пусть накушается. Ну все, пошлите, ее никто тут не обидит. Сегодня море бушует. Камилочка, как всегда, загорает наша в тени. Камилочка, всем привет! Всем привет! Я загораю в тени, да? На волны даже не хочу идти прыгать, да? Я поняла. А Каролина пойдет прыгать, да, на волнах? Понятно. Пошли, покажем, какие волны. Каролин, пошли. Ты попрыгушка? А ну давай вперед к морю, прыгай, беги. Ротик помоешь? Ну давай, давай, обходи. Не м... Зачем ты ломаешь? Ты шкодливая. Ну пошли. Умойся давай, пиццу кушала? А ну? О, нормальная вода. Давай, мочи ручку. И умывайся. Как кот лапкой, да, протерлась? Нету там пицца еще на той щечке. Давай. Тут нам Игрейленд построили уже рядышком, прямо на пляже. Еще чуть-чуть остался. Ну, дальше зайди в море. Иди вытирайся. Конечно, сейчас пойдем купаться. Водичка отличная. Только море разбушевалось. Я хотела тоже в море зайти, но там такие волны шлепают и брызги летят. А Камила с папой на камнях рассекают, потому что медузы плавают иногда. Камила их не очень любит. Привет! Папа уговорил Камилу идти в море, вроде бы уговорил. А водичка вообще класс. Thank you.
класс. Ужас, меня сбивает. Дельфинчики, наверное, поутру рано плавают. Два дня не видели их. Что там? Ракушечка. Плоская ракушечка. Ох и волны! Класс! А Королюся ношу заткнула! Опа! Чуть меня не сбило. Да, сегодня мы 8-й день, завтра уже поедем домой. Отдых наш подходит к концу. Ух ты, какая волна! Пошла, наверное, камеру ложить, тоже пойду на волнах прыгать, а то мне завидно.